Слишком горячие банные процедуры. В Самаре сгорела баня. Площадь пожара более 50 квадратных метров. Со слов очевидцев, помогали тушить возгорание все соседи. 14:44 на пульт пожарным поступило сообщение о возгорании в частном секторе на улице Травяной. На место выдвинулись 5 единиц спецтехники, скорая помощь и газовая служба. Со слов очевидцев, весь участок захватили черные клубы дыма. Их было видно издалека. К нам в редакцию прислали видео, снятое в загородном парке. На кадрах виден масштаб возгорания. Загорелась частная деревянная баня. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Пламя распространялось очень быстро, говорят очевидцы. Был риск возгорания соседних домов. До приезда сотрудников МЧС люди своими силами пытались бороться с ЧП. Пожарные прибыли в считанные минуты. Сейчас угроза распространения огня снята. От помещения остались лишь кирпичи и сгоревшие балки. Информацию о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия 2 человек получили ожоги. Им оказали помощь. Обошлось без госпитализации. Мария Левина, Николай Сидоров. События.